Подачи газа в их дома и квартиры ожидают многие артемовцы, и несмотря на известные проблемы, эта необходимость удовлетворяется по мере возможностей. О реализации муниципальной программы развития газификации в Артемовском городском округе на 2012-2015 годы рассказал Дмитрий Ефимов, заместитель директора по строительству МБУ «Жилкомстрой». С начала действия программы в период с 2012 по 2014 год были выполнены следующие работы. Значит, было газифицировано село Большое Трифоново, выполнены работы по строительству газопроводов для газоснабжения потребительских кооперативов «Ключи», «Строитель», «Пионерский», «Пригородный», «Уют» в городе Артемовском. Также были построен газопровод для газоснабжения первой очереди старой части города Артемовска по улицам Молодежи, Садовая, Почтовая, Физкультурников с целью вывода из эксплуатации баз сжиженного газа. Также были газифицированы многоквартирные жилые дома по улицам Добролюбова, Пролетарской, Лермонтова. Кроме этого, значит, в поселке Буланаш было газифицировано 15 многоквартирных жилых домов по улицам Кутузова, Коммунальная, Грибоедова, Механическая, Проходчиков, Каменщиков. В период действия программы выполнены работы по техническому перевооружению бани в поселке Буланаш. Всего за период с 2012 по 2014 годы было построено 29 километров газопроводов на общую сумму 77 миллионов рублей. Однако за реально видимыми результатами кроется напряженная работа по разработкам планов, финансовых расчетов и других важных мероприятий, без которых невозможна газификация ни одного из участков. Основой всего является разработка проектно-сметной документации. В том числе разработана проектно-сметная документация на строительство блочной газовой котельной в селе Покровское. Значит, бюджет помог кооперативу в селе Покровское для прохождения экспертизы. На сегодняшний день есть проект, предусматривающий 100% газификацию села Покровское. Кроме этого, были разработана документация для строительства газопровода высокого давления в районе Бурлаки, также в селе Покровское. Разработан проект по газификации четвертой очереди села Большое Трифоново. Значит, реализация данного проекта в Большом Трифоново позволит завершить полностью газификацию села. Значит, всего на разработку проектно-сметной документации было израсходовано 5,5 миллионов рублей. Дмитрий Ефимов поделился и планами на текущий 2015 год. Несмотря на кризисное проявление, работа по газификации Артемовского городского округа будет продолжена. Ведь это жизненно важно для жителей населенных пунктов, входящих в округ. На 2015 год программа предусматривается выполнение мероприятий на общую сумму 7,7 миллионов рублей. В том числе, значит, реализация инвестиционного проекта по газификации четвертой очереди села Большое Трифоново. Это, значит, по улице Новая Чапаева-Ворошилова. Значит, кроме того, предусматривается газификация многоквартирного жилого дома по улице 9 января 26 в городе Артемовском. Значит, на сегодняшний день заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на газификацию многоквартирного жилого дома по улице Радищева 2В в поселке Буланаш. Также предусматриваются средства на софинансирование строительства газопровода в селе Покровское. Значит, по селу Покровскому, значит, на 2015 год, на сегодняшний день поданы заявки Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области на общую сумму 15,6 миллионов рублей.